А пока юная жительница Сыктывкара тем временем решила пожертвовать своими волосами ради бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Свои длинные и красивые локоны она без жалости отрезала под самое каре. Дорогие бойцы Сыктывкара, я хочу вам помочь, но не знаю как. Для этого я отстригла свои волосы. Деньги, которые я получила, хочу отправить вам. Я верю, что вы выиграете и вернетесь живыми. Видео и фото девочки разлетелось по социальным сетям. Вот, к примеру, что пишут по этому поводу в Щебекино Белгородской области. Город у самой границы с Украиной подвергается обстрелам. Цитата. «Удивляет и поражает стойкость и мужество в таком юном возрасте. Они пишут письма, делают окопные свечи, помогают плести свечи. Эта девочка из республики Коми, с которой мы сотрудничаем, верит в наших ребят, в нашу победу». Конец цитаты. Отметил поступок девочки Любы и глава Коми. Владимир Уйба написал об этой истории на своей странице в телеграм-канале. «Для меня это очень серьезный повод понять, что дети, а мы зачастую их уберегаем от информации о СВО, значительно глубже понимают происходящее и делают поистине великие для их возраста поступки. Я созвонился с мамой девочки, пригласил их к себе на встречу, передал слова признательности за ее поступок и благодарность за большое сердце и добрую душу».